Бюджетный флагман Xiaomi Pocophone F1 стал лидером онлайн-продаж в Индии, но с оговоркой. Компания Xiaomi похвасталась, что, согласно данным аналитиков IDC, ее бюджетный флагманский Pocophone F1 в Индии занял первое место среди смартфонов, продающихся онлайн в ценовом сегменте выше $216, 15 000 индийских рупий. Аппарат Xiaomi занял 22,4% в данном сегменте, обойдя основного конкурента в лице OnePlus 6, который занял 17,9%. Правда, стоимость данных смартфонов сильно разнится, так что прямыми конкурентами их явно назвать нельзя. Стоит отметить, что результаты предоставлены по итогам прошлого квартала. Pocophone F1 был представлен в августе прошлого года, так что вряд ли стоит ожидать появления преемника в ближайшие месяцы. Однако Pocophone F2 недавно уже был замечен в JBench.